Всем привет! Сегодня у меня такой день особенный. Ко мне приехала моя подписчица, которая стала такой подружайкой. Это я! Вот, и она приехала прямо ко мне домой. Вот мы так все спонтанно собрались. И сейчас я вас с ней познакомлю. Та-дам! Здравствуйте, девочки! Олечка, знакомьтесь. Возможно, это будущая YouTube-звезда. Она все думает... запускать свой канал, не запускать свой канал. Но вот я и уговариваю, может быть, со стороны посмотришь и все-таки сделаешь тоже свой канал. У меня еще получится маленько. Да. Так что у нас здесь Гентари пришла. Здравствуйте. С Элисом маленьким, с детками тоже. Мы сейчас готовим кушать, сейчас будем праздновать. Жалко, конечно, Олечка не может с нами по чуть-чуть по рюмочке чая выпить. Она за рулем, ну... Девочки, мальчики, она такая маленькая, я думала, я... Ля, ты же такая маленькая. Она кнопка. Она реальная, вот она. Вот она. Реальная. Что мы сейчас накладываем помидорки. Кстати. Вот, украинские. Специально открыла последнюю баночку. Это блюдо. Да. Ой, не могу это. Не могу. Натя, держите, снимайтесь. Баба Люда, здравствуйте. Деда Олеженька. Мы вас ждем. Мы ждем вас. Приходите, приезжайте. Мы вас ждем. Угостим вашими же помидорами. Да. Янтарь кормит мальчика. Именно накладывает. Я уже учусь. Вот, видишь, Олечка, получается? Да. Ну, все. Но... теперь следующее видео ждем от тебя. Может, камеру маленько трясу, но ничего. Учимся. Ну. Ты немножко отдавливается. Так, как в духовочке готовится. И нас здесь старается. Как будто фрау это Меркель сама лично приехала. Готовит, готовит. Итак, давай ты туда пойдешь, малого это. А я окно открою. Потому что ты прям купилась. А я здесь так все пахнет. Реально пахнет. Я когда вышла сейчас, у меня прям волосы уже пропахнут. Вкусно пахнет едой. Сейчас соседи будут облизываться. Она такая хозяюшка, девочки, мальчики. Она такая это, ну, звезда. А, ты кинула вот, да? Ну да. Сквознячок такой, да? Держитесь, Гентари, держись. Ну, чтобы не сдуло. Гентари, ты копейки в карман поклала? Коп. Копейки, чтобы не сдуло. Ты туда лупила вообще не было. Ну. Гентари тоже худенькая. Какая? Такая худенькая, тоже третьего родила его, такая вся. Здрасте. Уже фигурка. Нина тоже вся, Димовочка такая вся. Оля приехала, застала врасплох, говорит, я к часу приеду. А писала ты когда? Где-то пол одиннадцатого, наверное. Нет, пол одиннадцатого последний раз она была в WhatsApp. Да. А, ну, где-то так, я сейчас в душе, думаю, ну, ой, сейчас я тоже пока в душ, пока в магазин, да, скажу, думаю, а вот час она не успеет. Да. Приезжает, я только с магазина, без прически, без макияжа, только вообще ничего не готова. Я думаю, она приедет, у меня сразу поляна тут уже будешь, понимаешь? Да. Олик наша метеор, она уже везде успела помотаться и к нам вовремя приехать. Она думала, я адреса не знаю. Да, я еще миг дышу. А я же все уже справку навела, здесь все знаю, все умею. Она так рада. Но и мы недалеко друг друга живем. Да. Поэтому... так что можно почаще ездить. Да, Инна сейчас скоро на права сделает это. Права сделает и приедет к нам с Гентари, да? Нам с Гентари. Нам с Гентари. Ага. Инна и Гентари ко мне приедут. Извините за мой русский язык. Уже очень давно в Германии живу и учусь, учусь. Мама, Миночка играет здесь. Молодцы. Да? Гентария недавно еще была пузатая. Сейчас уже он какой мальчик большой такой. Но я всех потрогала, девочки, они реальные, слышите, они реальные. Они есть. Мила, вон Кнопочка такая девочка. И Инна. Они существуют. Все реально. Мебель вся реальная. Холодильник есть. Холодильник реальный, все так вот ее на контейнеры, как она нам рассказывала, все реально. Мама, помоги мне, кажется, по
поубивать. Что? Гайстер поубивайте. Кошки все реальные, всех потрогала, подержала, девочки. Все как это оно правильно. На камере? Как на камере, как живую, расскажи-то. Она живет хорошо. Я реально маленькая. Она маленькая, на пупсик, метр в кепке. Прикольная, простая девчонка. Ну, да. Вот так вот мы познакомились. Да. Я к ней как банный лист, так попи-пак. Так чпок. Прилипла. И все. Судьба. А куда деваться? А кому сейчас легко? Да. Да? Нина. Нина маленькая, худенькая. Молодец. Сейчас баба Люда. Худеть надо. Ты попробуем. Где тебе худеть надо? Ой. Да. Что, жарятся они? Нету там ляшек. Грибочки. Они такое что-то получилось, фигня какая-то. Потому что они не тушились, они жарились. А что ты ставила? Я на тушение ставила. Да, я на жарку поставила. Куда ж тушиться? Их надо выжарить сначала. А я всегда на тушение ставлю. И именно что сок, и не надо вот этого. Да, я всегда никогда не ставлю. И вообще я делала они сковородки, вообще варились, честно сказать. Потому что я на сковородке. Этот вок. Нет, а я всегда, знаешь, как это, сначала лук закидываю, чтобы золотистый был. Мотай на ус советы. Чтобы золотистый был. Потом уже грибочки туда кидаю, они тоже, чтобы чуть-чуть прям поджарили, знаешь. И потом уже можно... Я на сковородке... Девочки, слушайте советы. Тушится только. Я на сковородке сразу все кидаю, и оно вот этот лук выдает этот сок, как бы тоже, и там вот он. А лука что-то мало, да? Мало. Ну, одна головка именно что-то... В новом залила, году. Ничего? Увиделись да. Уже в январе, а видите? Да. Не знаю, посмотри, попробуй еще раз, но я дом. Блин, жалко, не сливок никаких, уже нет, ничего не купила. У тебя нету крем-фреша? Нет, вчера на пельмени последние вымокла. А фришкиза? Тоже нет, ничего нет. Ни Филадельфия, ни фришкиза. Мужа нету дома, ничего нет, вообще нифига. Муж работает. Дима, здравствуй, привет. Ты будешь нет. Смотреть. Я приехала, и мы последнюю банку на помидоры. Воскресный папа. Воскресный папа. Да, ножи не поточенные. Не? Вообще ужасно. А это вот эти зеленые, их уже не поточить. Какие? И зеленые брала? Нет, оранжевые. Красные. А, вот тут, ну, такой же. Ну, почему не поточить? Я точу. Да, они вот, не знаю, они острее. Наталья все точит. Да. Знаешь, какой у нас этот классный, который Дима Вальди взял большой. Ну, офигенно. Ну, а потому что я попробую ее овощи даже тяжело. Она в роль вошла. Вошла. Ты секреты поснимай лучше попозже. Она в роль вошла. Перекрутить, кажется, и так вот эту, да, Инна? Гораздо нет. Ин. Как вот перекрутить, это? Да? Нет. А, туда. Да, вообще перекрутить. А, на себя, да? Оп, переворачивай на себя. Себя-то поснимай. Себя, да. Главного виновника торжества. Вот она я, да? Смотрите, девчонки, кто там? Оля, Марина, вот она здесь. Оля, Марина, Оксана, привет. Девчата, да, Лиля. Мы вас тоже заочно знакомы. Да. Ты как на поле чудес, привет передай всем. А можно привет всем передать? Да, Оксана, большой привет. Марина, привет. Баба Люда, здравствуй. Там на Украине. Кому еще передать? Ну, кого ты знаешь. Всем большой привет, кто меня знает. Мужу. Детям. Муж, привет, дети, привет. Кто меня знает? Всем большой привет. Всем большой привет. Сейчас мы не помогим, где я вам. Деда Лежа, привет. А то баба Люда всегда тебе привет передает. Алло, да. Ну, приехали так спонтанно. Угу. И это начало года. Да, вот, старый Новый год сейчас отметим. Да. Мы планы никакие не строили. Вот так вот реально просто списались и все, решили. Вчера буквально. И все. Вечером, что, на ночь? На ночь глядя. Все, убиваться, да? А сегодня с утречка девки, я приезжаю. Я такая сейчас сплю, поднимаю, я приезжаю. Пол десятого. Вот так вот делать. Вот так. У меня объемчик упала, объемчик. Ну, молодец. Это марафет навела, все.
За 5 минут? Да. Вы знаете, как она это делает? Посмотрите плейлист. Да, там есть. Там все есть. Действительно. Так. Сейчас мы посмотрим, что детки делают. Давай, иди. Детки. Анина уже стол накрыла здесь. Ну. Девочка, видите? Гентарию словили. Да, словили. Я здесь окна открываю. Ну, сквозняк то, что. Важно по полу. У меня мало попрокинуло. Да, конечно. Детки играются. Здесь гентария, мальчики. Вот они все трое. Где Машуля? Где? Вон Маша. Молодцы. Хорошие детки все. Веселенькие, да? Помидор упал, там же такой чувак. Где помидор упал? Это нам надо заснять. Папарацци. Где помидор упал? Ой, бай, смотрите, девочка. Как ты могла, Инна, такое вкусное. Она, наверное, пробовала его. Нет, я брала, чтобы она хотела сожрать, чтобы там меньше осталось. Наверное. А прикинь, мы вышли, и она сразу уронила. А, не тут-то успела, да? Вот так. Это я. Это Гентария уже знает. Я всегда все роняю, бью. Наверное, она может, знаешь, что вытащить из холодильника и бабахнуть на пол. Да ты что? Да, я знаешь, куда этот столик уже стирала? Блин, ничего себе. На пол. Ну, она быстро убирается, видишь? Слушайте, сразу ночью. Можно пол сейчас помыть. Она сейчас будет пол мыть. Так. Салфеточки, кстати, очень хорошие. Да. Для пола такие в ДМ. Да, знаем, такие тоже пользуются. А мне так удобно сейчас с этими салфетками. Пол, на втором этаже это. Могу его кинуть, да. Где-то наслюнячил, еще что-то. Каждый раз берем. Угу. Да-да, а я в маленьком туалете, ну там, метр на метр. Раз-раз и помыл. Я тоже очень так вот там знали, где-то раз-раз. Этот коврик уже видел-перевидел меня. Да. Опять стирать. Девочки, мальчики, вы, наверное, думаете, ничего себе, первый раз приехала и так разговаривает с ней. Так, я Инну уже знаю 3 года. Я из первых подписчиков. И общаемся уже немножко дольше. Это она еще стесняется. Это я еще стесняюсь, ага. Девочки. И Инна тоже. Она такая веселая, и Гентария тоже. Аж прям смехотунки. Такие смешарики вообще. И пошла. Смотрите, она сейчас сразу весь дом помоет. Ой, и я врезалась здесь. Девочки, смотрите, вот эту стенку вы никогда не видели. Она открывается, видите, вот она. Вот она и так открывается. Да вот представьте, и вот так открывается. Да что-то же здесь. Нет, сквозняк. Ай, я уже поджарила, они чуть не сгорели. Чуть не сгорели. Вот сейчас это факт, это за кулисами. Вот такое тоже бывает у хозяек. Ничего. Водички добавляем. Видите. Я наоборот вылила, потому что там воды это было, но я не варила. На грибочки пожарила. Гентария здесь сразу вон посуду. Тут надо, чтобы просохло. Грибочки. Вот, помидорки. Тут я один где свалился, зараза. Он свалился, но... Так. Солька обязательно всегда должна быть на столе. Говорят, да? Если нету соли, значит жена мужа не любит. Ничего себе. Да, поэтому... Как пройдешь, ты маленькая. Девочки, мальчики. Мужчины. Жалко мужчины. Жалко, что вы здесь не с нами все. Здесь так 10 тысяч пришли такие. 10 тысяч. Ходите к нам. Сядем, посидим. Да, пообщаемся. У меня уже, кстати, 10 тысяч. Спасибо вам большое всем, кто с нами. Да. Побольше смотрите, а то 10 тысяч, а смотрит вообще там только 1000-2. Да. Если наберется, то хорошо. Наша ютубовская звезда. Звезда. Звезда наша. Звездит, но... ты звездит. Да. Это хорошо, что мы недалеко друг друга живем. Вот так вот повидаться, пообщаться. Мы не готовы. Да, Инна? Да, классно. Инна, сколько твои видео, так примерно, сколько минут занимают?
Ну, обычно минут 15 снимаем. Ну, сейчас мы тоже 15 минут, да. Да, выключай его. Да. Мы сейчас еще поснимаем. Где что? За встречу. Угу. Чтобы не первый раз. Да. Теперь еще. Ваша очередь, девочки. Уф, так это на колесах тебе быстрее. Мы пока колеса себе сделаем. Да. А мне вообще не светится колеса. Ой, а что? Не хочет. Не согласна. А из-за глаз. Ну, я, на тебя же нету сильного это. Помнишь, ты ж пробовала, и ты говоришь, что тебе не пошло. Ну, мне не пошло, но и сейчас мне врачи не допустят даже. Да нет, даже не допустят. Нет, ты что, забудь. Нет, мне врачи даже не допустят. Так, давайте сразу. Ой, да, давайте. Всегда можешь шампусик выпить. Да, зато меня увозят все. Это тоже плюс. Давай, просто. Как не обстрелено. Сладкая куба. Мне не нравится. Видите, первую цель я достигла, девочки и мальчики. Я себе цель на этот год сделала, да, и одна цель была и надо маски навестить. Можно вычеркивать. Да. Галочку поставить. А ты напиши туда еще сколько раз. Хотя бы раз в месяц. Да, раз в месяц. И ну 12 раз, значит, минус один уже будет. Если я горение это. Если гора не идет к Мохаммеду, то Мохаммед. Нет, если Мохаммед не идет к горе, то гора подойдет к Мохаммеду. Действительно. А так это в следующий раз надо в этом казино пойти. Так, девочки, давайте. Давайте я вас обслужу. Ну все, девчонки мои разошлись, Ольчик уехала, сейчас буду убирать. Было, Ольчик, было очень-очень приятно с тобой познакомиться лично, хоть мы уже с тобой давно знакомы, но вот так увидеть и познакомиться лично, конечно, было тоже приятно. Всем привет, мы на канале, мы канал Цветов. Вот, поэтому приезжай еще, очень приятно вообще вот так встречаться, сначала, знаете, знакомиться через интернет, да, через YouTube, люди становятся сначала, не перебивай, люди сначала становятся твоими подписчиками, да, потом ты с ними начинаешь списываться, разговаривать, и потом вот так встречаешься наяву, вообще очень классно, очень приятно, так что, Ольчик, жду еще раз в гости, обязательно-обязательно. Все, ладненько, звонит моя Маша, дети пошли играть на улицу. Ой, вышла на улицу, еще надо мусор выкинуть. И сейчас Дима приедет, поедем в магазин. Нас встречать будем нашего папу. У нас воскресный папа. Ой, кто-то кричит, кто-то кричит. Выкидываем мусор. Упс, идем посмотрим, там детки на улице нас играют. Это снеговика лепят. Сейчас посмотрим. Машунь, ты с нами поедешь или останешься? Что? Останешься с мальчиками играть или в магазин с нами съездишь? Можешь остаться, эти ключи оставлю, если захочешь домой. С нами? Да, оставайся, мы быстро в магазин в Лиду и назад. Не знаю, Мила выберет тебе. Хорошо. На ключи. Ключи на. Вдруг захотите пить или еще что-то? Оставь их. Вот. Дай мне ему. На, Маше оставишь, да? Ой, молодцы, какого снеговика вы делаете. Мы не делаем, мы сейчас шли пошли. А, ничего себе. Ира, это я с вот так вот.
Да ты что? Ну он хоть лепится, этот снег? Если там эту звездочку, там где эта фея, купить вот эту звездочку. Да, ну посмотрим. Все. Ты еще приехал, папа? Мама, а что можно